Российская примета. Если положили новый асфальт, значит, скоро в этом месте будут менять трубы. Впрочем, сейчас есть технология, которая позволяет ремонтировать подземные коммуникации без раскопок. Сегодня с помощью нее в Чебоксарах ремонтировали участок канализационного коллектора. Ольга Пырочкина подробнее. Проспект тракторостроителей. Вдоль проезжей части под газоном на глубине 8 метров проходит канализационный коллектор. По нему стоки, собранные почти со всего города, текут на очистные сооружения в Новочебоксарск. Коллектор нуждается в ремонте, но обычным способом сделать это проблематично. Во-первых, для работы тяжелой техники и котлована мало места. Во-вторых, рядом другие коммуникации – газ, тепловые сети. В-третьих, в отличие от водопровода, перекрыть канализационную трубу надолго невозможно. Для таких случаев или если, например, трубы под свежим асфальтовым покрытием, есть новый способ. Мы долго шли к этой технологии. Это технология спирально-навивной трубы. То есть лента, которая подается в колодец, формируется прямо в колодце в виде трубы меньшего диаметра и подается в трубу существующую, ну, вероятнее всего, ремонтируемую от колодца до колодца на определенном участке. Потом в результате того, что замок разъединяется, труба принимает диаметр существующей трубы. Ремонт этого участка – своего рода показательное выступление в рамках семинара представителей водоканалов России и стран СНГ в Чебоксарах. Технологию продемонстрировала компания из Екатеринбурга. До конца года этим методом в столице Чувашии планируют отремонтировать еще один участок на Московском проспекте. Если способ себя зарекомендует, возможно, Чебоксары приобретут оборудование. Мы не раскапываем ничего, видите, ни земляные работы не производим. Мы разводы производим от колодца до колодца. Технология, конечно, она дорогая, но она нужна именно в таких узких местах, где нет возможности построить новую трубу или восстановить другим способом. Если сравнивать с укладкой новой трубы, будем создавать проблемы, нужно будет перекачивать как-то это стоки. Здесь очень стесненные условия прокладки новой трубы. По цене это 30% дает экономии. Новой трубе, которая образуется внутри старой, не страшны агрессивная среда канализационных стоков и высокая температура. Гарантия при данном способе ремонта 50 лет. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаметов, Республика.